Анонс и точно до выхода 6 серии турецкого сериала «Красные бутоны». 6 серия сериала будет в эфир 12 февраля. Ранее в сериале мы увидели отъезжающую от дома машину скорой помощи. Мерьем с дочерью растерянно смотрит ей вслед. На фоне мужской голос размышляет о том, что сделать кого-то счастливым – это чувство намного прекраснее, чем превратить землю в сад цветущих роз. Женщины прибывают в больницу вслед за скорой. Они наблюдают за тем, как врачи увозят пациента в отделение и борются за его жизнь. Сами они не могут ничего сделать, не могут никак помочь, и все, что им остается, это ждать того, что скажут врачи. Показывают Бергюль, которая садится на качели позади мужчины и начинает раскачиваться. Во время этого она снимает платок со своей головы. У этого ей действия оказывается нежелательный свидетель. Она говорит, что эта девушка никто иной, как самый настоящий дьявол. Мужчина интересуется у Мерьем, какой грех она совершила. После чего он говорит, что сделает все для того, чтобы уничтожить ее. Мерьем с дочерью тихо сидит в комнате. Она говорит, что господин Сади Хюдаи будет проповедовать для них. Это будет тот день, когда у нее получится всех увидеть. Старшая женщина дает девушке увесистую пощечину. Женщины собираются за большим общим столом. Звучат слова о том, что есть две вещи. Одна из них – поклонение, а другая – честность. Женщины говорят, что тот, кто им изменяет, никак не может быть одним из них. Девушку ловят за тем, что она следит за другими. 6 серия сериала выйдет в эфир 12 февраля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.